годовщина нашей церкви, семилетие, нам 7 лет, первый раз, первый класс, да, как говорится. Догадайтесь, кто снял это видео, этот флешмоб, по почерку. Понятно, что это сделала Альбина. Слава Богу. Это наш такой праздничный рождественский концерт, который мы делали в Гранд-Молле. Всем очень понравилось. Вчера случилась такая немножко курьезная история опять с моей фамилией. Отец Альбины, который является пастырем в Молдавии, наконец прислал рекомендательное письмо на Романа и на Альбину. И пишет вначале, что пастор Геннадий Ни, было бы приятно с вами лично познакомиться. А жена его прочитала так: пастор Геннадий, не было бы приятно с вами лично познакомиться. И она подходит к своему мужу и говорит: как тебе не было приятно было бы познакомиться, надо знакомиться. Он говорит: да нет, ты неправильно читаешь, его фамилия у него не такая. Пастор Геннадий, не было бы приятно лично познакомиться. Поэтому я хотел поприветствовать наших, ну, это уже стали членами нашей церкви, Роман и Альбина, которые приехали к нам с Молдавии. Сегодня мы можем за них смело помолиться, потому что сам пастор написал хорошее рекомендательное письмо, что хорошие ребята, которые себя в их церкви зарекомендовали как ответственные, положительные, и пожелали нам по полной программе использовать этих ребят. Поэтому, ну, будем в послушании, да? Я хотел, Ром, Альбин, буквально на одну минуточку сюда подняться, мы всей церковью помолимся за вас. Слава Богу, приятная такая благословенная пара, это жених и невеста, которые, я верю в то, что придет время, мы их, да, благословим, сочетаем. Аллилуйя, слава тебе, Господь, за то, что Господь Отец в нашем полку прибыла, Господь Отец. Аллилуйя, Отец, благослови их делателей, благослови Романа, Господь Отец, благослови Альбину, Господь. Мы принимаем их в нашей семье, Отец, Асана, пусть им с нами будет хорошо, Господь. Потому что, Господь, всегда хорошо в Твоем присутствии, всегда хорошо там, где Ты, Господь Отец. Всегда хорошо, Господь Отец, где Ты принес Твою совершенную радость и любовь, которую нас никто уже и никогда не отнимет. Мы просто благословляем эту благословенную пару, Господь Отец, Асана, Господь Отец, и принимаем их в нашей поместной церкви, любовью нашего Господа Иисуса Христа. И Церковь Божия скажет аминь. Слава нашему Богу. Будьте благословенны. Давайте мы прославим нашего Господа. Аллилуйя.